Здорово. Что ж. Bloodstained Curse of the Moon 2, да? Так, давайте сделаем потише. Потише, погромче. А то после Бладика что-то настройки позбивал, все нахрен. В принципе, что можно рассказать? Curse of the Moon, вторая часть. Первую мы проходили. Проходили основную часть Bloodstained. Какая приставка, я не помню, была у основной Bloodstained. Night, что-то там ночной. Неважно, в общем. Не знаю, зачем они делали вторую Curse of the Moon, но вроде бы как на Kickstarter, на которой собирали на Bloodstained, там вроде бы был добор денег до выпуска дополнительных частей, да, первая из которых была Curse of the Moon, потом вышел Bloodstained основной, и вот Curse of the Moon 2 вышла в том году, вроде бы летом, если я не ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Еще чуть-чуть потише. Здесь можно погромче. Окей. Там, короче, в общем, игра реиграбельная. Мы, по крайней мере, по второй части я еще не в курсе. По первой части, да. Мы прошли один раз в игру. Оказывается, там можно было убивать персонажей, выпиливать их и забирать их способности. Да, то есть играем мы опять, скорее всего, да. Мы играем за Зангетсу будем, да, во второй части. Что за режим? Какой-то мне легендарный режим там открыли. Ну, русского языка, естественно, нету. Зачем он нужен нам? Все логично. Я думаю, мы за один стрим сейчас пройдем быстренько. Пробежимся, посмотрим. Хрена себе, нахрена 4 с 32 сейвами. Музыка мне нравится уже. Определенно. Кайфовая. Так, мы проходили вроде на казуале, да? Наверное, опять же будем проходить на казуале. Сейчас я сделаю себе быстрый перевод. Бесконечная жизнь, кого отбрасывание при получении урона в это для начинающих. Okay. Не наказывается. Выберите это стиль, если хотите расслабиться, да? Ветеран. Жизнь ограничены. И легендарные враги возрождаются за кадром. Понятно, ну короче, легендарные, все персонажи помирают, и ты помираешь, если персонаж какой-то умирает, да? Ну, на ветеране, наверное, пройдем. Сюда. Можно на двоих играть, кстати. М?
Воин. Меча с востока, в общем. Зангетсу наш. По хронологии я не скажу, когда происходит эта часть. Скорее всего, является продолжением, ну, логично, что продолжением первого Curse of the Moon, значит, с приквелом к основной части. Так, атака. Квадрат это квадрат. Так, джамп, дэш есть. Сабвепон. Правлево. Ага. Что дэш я не вижу вообще. Видимо, дэш только у Мириам будет. Ну, по всей видимости, да? По всей видимости, можно с каким-то персонажем пройти, либо с какими-то умениями. Либо превратиться в летучую мышь, да, у кого-то там у меня. Или это было в Кастельвании. Тут можно сделать явно дэш подкат. Ого. Не ожидал. Сообщение написано кровью. Thank you.
Понятно. Смысленно. У меня ограничение, кстати, на 20 этих водичек. А, прыгать нельзя, окей. Да, тут можно было срезать, смотрите-ка. Но не при первом прохождении. Мало хп. Это походу, кстати, этот чекпоинт, да, наш? Отлично. Хорошо. Изи какой-то. Ходу босс. Казалось, или статуя выпала из луны. Можно было бить его, да?
А, тут только надо это отойти, наверное, и потом ее на это. Нормально. До свидания. Неплохо. Прикольный босс. А, это, кстати, Мириам. Так, понятно. Ну, похоже на Мириам, кстати. Как у него двойного прыжка нет, типа, да? А нет, это не Зангица. Доминика какая-то. О, кайф. Забавная у нее способность. А что здесь это у нас?
Бляха. Значит, появляется? Не, не появляется, отлично. Давайте заберем. ХП мало от Доминики. Я чуть не уверен, можно ли по воде по этой бегать. Так, вот это печально. А, блин, ну я поменяла. Да ёб тебя. Окей, туда наверх не подберемся. Хорошо. Опять эти взял. Так, чекпоинт есть. Валим.
Да ёб тебя. Так, все сложнее и сложнее. Чё, Сабвиапон? Я что-то не понимаю, что написано. Гимн воскрешения. А это где он находится? Это что ли? Блять. Да ёб тебя, чувак. Да ты реально, в смысле? Чувак, успокойся. Пиздец, блядь. ХП нет. Не знаю, как им использовать его. Не пускаете, да? Ну ладно. Чё, босс? Здравствуйте. Я походу не убью, да? Да, здесь надо вверх просто бить.
Что, три попытки, что ли, мне дают? Слишком мало, вам не кажется? Надо было на казуале играть. Да ёб тебя. Не успел повернуться. Ладно, нормально. Главное деваху сохранить. Ёб тебя за ногу. Иди в пень. У него прыжок, кстати, выше, девахи. Отлично. Чё? Чё? Блядь, да чё это там за способность-то была? Ты реально, что ли? За один стрим мы не пройдем ее. Сколько у меня? 30, в принципе, ударов есть. А. Или пройдем. Какой-то ниндзя. Thank you.
Ну, при первом прохождении, я так понимаю, не дают возможности убить персонажей. Убить и забрать их силы. У меня бесконечные эти. Интересный персонаж. А, это там были бесконечные. Ну прикольно, что у него дальнобойное оружие. Это как-то... Блять. Ну только перезаряжается, конечно, долго. И хп у него еще меньше, да? И можно сразу его менять уже. Как-то она бьет же вниз. Мне же показали, что она может вниз. Здесь как будто можно разбить, да? Ладно. Не знаю, что я сделал. Наверх не прыгает. Вниз предлагаешь, да, идти? Ну,
Блять, это вообще отстой. Он долго стреляет. А, здорово, мы вроде. Хрен знает, как его убивать-то. Господи. Печально, что я просрал персонажа. Так, ну-ка, давай-ка. У тебя же есть была способность какая-то. Ее уже нету, да? Да, тебе надо где чисто этим персонажем. Я потихоньку на работу собираюсь, у меня завал с работы. А? Ну, удачи разобраться с этим завалом. Наверх предлагает. А наверх я не могу пройти, у меня персонаж мертв. Который может наверх пройти. Да блин, я был вверх стрельнуть, чё я скупанул. Да подождите вы. Три жизни. Да, надо просто поаккуратнее. Запры... Он слишком долго стреляет. Точнее, он слишком долго перезаряжается. Окей, тут сможем наверх залезть. Эх. Как, блядь, его убить, а? Стрельнуть нечем, да? Блять, тут угорает игра. Я не могу стрельнуть вверх. Потому что нечем стрелять наверх. Блять. Еще растратил эту. Я первый Кастельвания как раз за это любил, что когда тебе моб трогает, ты отлетаешь назад. И на этом у тебя смерть начинается. Ну, преднаступает, точнее. Вот. И, в принципе, надо просто в тайминг ударить, чтобы не умереть. Ну, блин, мы прям здесь начинаем, да?
Главное вовремя стрельнуть, да? Ну, нормально тогда. Хорошо. Чекпоинт. Туда только может один персонаж запрыгнуть, что ли, нет? Неплохо. В принципе, сбалансированный персонаж, да? Можно Зангетсу поменять, да, оружие? Или лучше вот это вот? А, это даже не оружие было. Чё, босс? Походу.
Блять. Да я не успел нажать на кнопку, ёпте за ногу. Как же так, а? Да ёп. Чё, проходит, походу не пройдем его, да? Как не убить-то? Ой-ой-ой. Блять, ну ёпте за ногу, сейчас убьем его. Просто прорашим его. Главное сейчас деваха дойти. Бля, наверх надо бить. Наверх бить можно же. Не успел поменять персонажа опять. Опять же. Блять. Мы, походу, не пройдем. Я хз, блядь, я не так пытался это сделать, надо было, ну, отсюда, да? Понимаю. Да ёб. Свидание. Так, а здесь что делаем? Просто рашим, походу. Окей. Да, далековато. Ой-ой-ой-ой.
Да ёбаный. Что делаем? Ну, наверное, Зангетсу сейчас нарашим. Нарашим Зангетсу. Главное, там можно, в принципе... Да ёб тебя. Да все, он труп, походу. Нормально. Так, сейчас кошку запущу, то он задолбал орать. Что ты хотел, собакен видишь, что ли? Там собака, что ли, управляет машиной? Дашь ты на какую кнопку, блядь? Окей. Понятно. Какой-то танк.
Чё, последний получается, нет? Скользит персонаж. Что-то такое. Какой-то секрет. Не знаю, что тут делать. Без понятия, кстати. А у него, кстати, ХП неплохо. Этого танка. Блять. Понятно. Крыс он не убивает. Зато двери ломает. Было, да? Ладно, там можете долететь, смотрите, вон туда он. Попробовать. Вот этим вот. А, он на шипы ломает, отлично. Да блять. Что там делать-то с ним? Ладно, там нижний можно подстрелить.
Понятно, тут надо этим лететь. Бля, да как? Камон. Камон, скользко. С самого начала, да? Да иди ты на... Блять. Вот залупа, а. Да. Не, мой косяк. Да ё... Блядство. Так, надо было сразу сделать и все, блядь, просто. Че он горит? Сколько ты будешь гореть? Да ёпте, блядь. Лед, лед, саны лед. Понятно, лучше не бить ее, походу. Thank you.
Дай! Лед, блин! Ты угораешь. Ну они катаются, пиздец, как, блядь, хуй знает кто. А чё, всё, никого у меня не осталось, кроме этого? Отлично. Двигаемся потихоньку. О, отлично. Просто повезло. Да? Да ёб тебя, надо прыгать сначала. Сначала прыжок, потом... Сначала прыжок, потом стрелять. Ну, реагирую долго сильно, блин. Так, тут можно этим, да, пробить. Отлично.
Блять, зачем я взял это говно? Да ёб тебя. Погоди, 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 я же могу вот так вот сделать, давай. Опа. Да ёб тебя. Ну, наверное, стоит взять. Да, блядь, ты не мог меня. А как его зарашить? Ну ладно. Не достает. О, слава богу. Сейф. Пробежал. Давай, кидай еще.
что не можешь, да? Печально. А теперь? Надо 6 минимум, да, походу. Отлично. Да и... Ну, интересно. Будут падать эти, да, сверху. Что очевидно. Блять, я зря ее взял. Ах ты, ёб тебя. Все, валим. Так, ну надеюсь, я ей надамажу, потому что там от сейва далеко идти, на самом деле. Блин, тут надо было... Тут нужен... Я не знаю, кто тут нужен. Ну, не помню. Блять.
Поезд тащит на самом деле. Вау-вау. Пятый персонаж, что ли? Прикольно, чё. О. А как я сделал этот кукурок? Я не помню, как я сделал этот курок, типа пилу эту. Без понятия. Нет, еще один замок, ептец. Ладно, время еще есть. Блять. Надо было Зангетсу взять, наверное. А как мне туда забраться-то? Да блять, да поменяйся ты, ссаный персонаж.
Да я же стрельнул, блядь. Понятно, пробежаться просто не получится. Да ты... Ну, это тупо было, на самом деле. Ладно, слили, слили, сейчас я примерно знаю, что нужно сделать. Нет, нет, не это надо сделать было. Да ёб тебе! Хорош. Песос вообще. Да, под... да куда ты, блядь? Да, тороплюсь, да все можно сливать уже. Вообще отлично, нахуй, блядь, хуй попадешь. Бля, ну что сделать вообще? Бить, 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 бить. А, блядь, опять сейчас это беспонтовое это место ссаное. Бежал, отлично. Да ты гонишь, блядь, я специально отхожу подальше. Да, я понял, что уже это, сейчас умру просто. Ой, тут уже один персонаж слитый. Блять. Кого я слил? Не хватает терпения. Надо. Ладно, давайте.
На следующем стриме, короче, закончим. Все равно жизнь она осталась, да? Давайте, в общем, тогда на следующем стриме продолжим. На сегодня все. Я думаю, мы за полчаса, наверное, нам хватит, чтобы закончить. Мне просто терпения сейчас не хватает уже. Начинает игра калить. Думаю, продолжать не стоит. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.